Всем привет! Я рада приветствовать всех на нашем канале. Весна – это время разных вирусов, бактерий, вредителей. И эти вирусы нападают не только на людей, не только на зверей, но и, конечно, на цветы. И нужно цветам обязательно укрепить иммунитет, чтобы цветы постоянно хорошо себя чувствовали, чтобы они цвели и вас радовали. Я беру тазик с водичкой. У меня в тазу 3 литра. Добавляю сюда янтарную кислоту. Янтарная кислота – это очень хороший стимулятор роста. Он повышает бутонизацию, повышает урожайность и укрепляет цветам иммунитет. Это очень хорошее средство, я постоянно этим средством пользуюсь. Дальше я беру любые витамины. И сюда нужно растворить 3 таблеточки любых витаминов, какие у вас есть. Я подробила их, и я в эту водичку эти витаминки добавляю и хорошо перемешиваю. И сюда же добавляю дрожжи, 1/2 столовой ложечки. И хорошо перемешиваю. Вот такой раствор у меня получился. Сейчас я еще отлила немножко бутылочку. И сейчас я буду опрыскивать этим раствором свои растения и проливать кору, так как у меня сегодня очередной полив моих орхидей. Вот моя первая орхидейка, Брикт Яра. Я ей опрыскиваю хорошо листву со всех сторон этим растворчиком. Опрыскала, и дальше я буду проливать кору. Беру, проливаю цветочек этим раствором. Дальше ставлю горшочек с керамзитом и ложу подушечки под листики. Все, это орхидейку. Следующая моя орхидейка — Майн Ловы. Я также опрыскиваю хорошо листву растения со всех сторон. И дальше аналогично я ее буду проливать. Так же, как и предыдущую орхидею, буду проливать этим растворчиком. Далее ставлю горшочек с керамзитом и под листики также ложу подушечки. Были очень-очень упругие и красивые. Следующая орхидейка, сорт называется Егуптион. Я также опрыскиваю ее со всех сторон и проливаю ее растворчиком. После этого ставлю ее в горшочек с керамзитом и ложу под листики подушечки.
Орхидейка Будапешт. Вот так она выглядит на данный момент. То же самое я с ней проделала. Опрыскала листву и пролила кору. Вот такая вот красоточка. Следующая моя красоточка КВ Бьюти. Она у меня очень-очень долго цветет. Вот так она выглядит на данный момент. Я ее тоже пролила растворчиками, опрыскала листики. Следующая моя орхидейка Йехенбург. Вот так вот она у меня расцветает. Такая вот красоточка. Срединка оранжевого цвета. И большая веточка с бутончиками. Я тоже ее пролила и опрыскала. Вот так вот выглядит орхидейка. Следующая красотка Канзас-Сити. Вот так вот она выглядит. Я ее опрыскала, полила растворчиком. Вот такая вот красавица. Орхидейка калейдоскоп. Вот так она у меня на данный момент выглядит. То же самое я с ней проделала. Опрыскала, полила. Орхидея Саида. Вот так вот красиво она на данный момент у меня выглядит. И еще новости. Она у меня опустила деточку. Я вам сейчас ее покажу. Вот там вот внизу. Вот внизу растет деточка. Вот она. Внизу. Красота. Орхидейка Red Pioneer. Вот так вот она у меня цветет, красотка. Я ее также полила, обрызгала растворчиком. Такая вот прелесть. Красного цвета. Вообще красный цвет вообще люблю, обожаю. Орхидейка Марилион. Она у меня цветает. Недавно у этой орхидейки сломалась верхушка. Я ее присыпала активированным углем. И спустя некоторое время она у меня пустила детку. Сейчас я вам ее покажу. Вот, внизу, смотрите, вот растет деточка. Она мне очень порадовала. Вот, красавица, детка. Так что, если орхидейка теряет верхушку, ничего страшного. Значит, нужно ожидать деточку. Вот что произошло у нас. Я очень рада. Следующая моя орхидейка желтого цвета. Сорт называется Golden. Она у меня пустила веточку вот здесь, с этой стороны. И она у меня пустила веточку с этой стороны. Вот такая большая веточка. Скоро она расцветет и порадует меня цветением. Я ее также пролила, опрыскала. Вот такая вот орхидейка. Следующая орхидейка Маунтион. Пустила мне веточку, скоро будет цвести. Такая вот красоточка. Четыре у меня орхидейки без цветоносов. И не цветут они, пока отдыхают. Вот. После того, как я пролила орхидейки, я налила в баночки горячей воды. Это очень дает хорошую влажность орхидеям. Они это очень-очень любят. И дальше буду расставлять свои красивые орхидеи. Сегодня я укрепила свои растения. Укрепила ему иммунитет. Растения теперь мои будут сильные, здоровые, крепкие. Я думаю, что после такой подкормочки ваши растения тоже будут очень-очень хорошо выглядеть. Я, как всегда, желаю вам хорошего цветения, хорошего настроения. В это время главное – это здоровье. Здоровье всем вам, вашим близким. Пусть у вас будет все хорошо. Пусть будет все супер, все классно. На этом все. Всем пока!
веселье.